Изменится ли заработная плата у врачей? Ожидаются ли сокращения? И что реорганизация означает для пациента? Вопросов масса как у жителей республики, так и у самих медиков. Ответы сегодня должны дать на совещании с министром. Экстренная бригада, неотложка, санитарная авиация. Какая бы помощь ни потребовалась пациенту, она должна быть доступна, говорит министр здравоохранения республики. Потому и было принято решение объединить скорую с медициной катастроф. И не всегда четко можно определить, вызов неотложного переходит в экстренную, да? Это боль всей системы здравоохранения. Задача сегодня не разделение, а объединение поиска тех лучших форм оказания медицинской помощи. Мы практически уже работаем 90 лет. Сейчас, 89, если точнее. Вот поэтому у меня вопрос. Так что же нового, отличного от тех всех предыдущих мероприятий за 90 лет, которые мы сделали, позволит увеличить доступность? По сегодняшний день не важно, где человек проживает, на какой территории, как в Агатайском районе или в городе Улан-Удэ, он в свое время должен получить медицинскую помощь. Это краеугольный камень. У нас сегодня порядок оказания помощи в этой части должен быть основным. В том части качество оказания медицинской помощи. Так, например, чтобы сократить время ожидания бригад, после слияния двух служб создадут единую диспетчерскую. Но этого недостаточно, уверены медработники. Вне зависимости от объединения, оставления в том же виде, в котором было, от перестановки слагаемых сумма не изменяется. Значит, нам надо менять организационные вопросы. Многолетний насущный вопрос утверждения правил приема вызова. Вы говорите, Евгения Юрьевна, необоснованные вызовы, малообоснованные вызовы. Но нет нормативной документации, чтобы это отправить туда, это задержать, а это нет. То, о чем вы сейчас говорите, мы уже прорабатываем. И я думаю, что мы просто вас еще привлечем, потому что у вас, и я думаю, что это в ближайшее время сделаем, Александр Павлович, все усилия приложит, чтобы вы в том числе приняли участие в разработке вот этого документа. Давайте протокол отметим. Без работы медперсонал, обещают, не останется. Врачей и медсестер и так не хватает. Необходимо 40 бригад. Так что штат, напротив, будут увеличивать. Для этого создали дополнительные бюджетные места в колледжах и университетах. А зарплаты и льготы, несмотря на грядущие перемены, сотрудникам должны сохранить. Никаких изменений по оплате труда, по должности не произойдет. Мы максимально учитываем в первую очередь пенсионные все требования. И учитывая пенсионные требования, почему принято решение, что присоединяется в первую очередь к ТЦМК «Скорая помощь», потому что по номенклатуре всех должностей вот эта форма в первую очередь защитит права как и работников Центра медицины катастроф, так и сегодня вас. Объединили медицину катастроф и скорую помощь уже в 8 регионах. В Бурятии пока только изучается их опыт. Создана даже рабочая группа. Завершить реорганизацию планируют в октябре этого года. Инна Садынкова, Сергей Шарыпов. Новости дня.